сверкая белизной и новизной, к зданию поликлиники подъезжает машина скорой помощи. Это подарок курагинским медикам, а значит и населению района. Автомобиль приобретен компанией «Интергео». Горнодобывающая компания реализует на территории Красноярского края и Республики Тыва один из самых масштабных проектов корпорации «Енисейская Сибирь». Компания с уважением относится к работе медиков. В этих тяжелых условиях борьбы с коронавирусом медики честно и добросовестно выполняют свою работу. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наша машина была большой помощью, для того, чтобы помощь была своевременной, качественной, и чтобы жители района почувствовали, что стало лучше, и что есть возможность помочь каждому жителю, который в этом нуждается. Конечно, слова благодарности, огромное вам спасибо. Искали такое огромное уважение к Курагинскому району. Даже первичная медико-санитарная помощь нашему населению бывает просто необходима. И вот автомобиль сегодня позволит какой-то части даже сократить время, да, я думаю, Сергей Ильич, сократить время получения нашими жителями вот, медицинской помощи скорой. Поэтому огромное спасибо от всех жителей Курагинского района. Компания «Интергео» работает на территории Курагинского района. Территория присутствия Курагинский район – это в реализации проекта строительства Аксукского месторождения. Курагинский район является территорией, на которой мы реализуем проект. Здесь будет проходить дорога. Ну и, соответственно, мы несем какую-то ответственность за ту территорию, на которой работаем. После того, когда глава к нам обратился с просьбой приобрести автомобиль скорой медицинской помощи и оборудование для больницы, и когда депутатский корпус поддержал эту просьбу, мы, конечно, в управляющей компании в Москве было принято решение о выделении средств для приобретения автомобиля и оборудования для поликлиники, для больницы, для именно коронавирусного отделения. Мы это не просто сделано было после обращения письма, просто это же делается еще в рамках проекта «Наши люди». Проект «Наши люди» это реализуется на территории Красноярского края по инициативе нашего губернатора, поэтому автомобиль приобретен, доставлен сюда представителем завода-изготовителя. Автомобиль полноприводный, проходимый, имеет возможность автономной работы. У него есть преобразователь на 220 вольт. Он комфортный, класса люкс. И учитывая наши дороги в Курагинском районе, этот автомобиль в первую очередь необходим, потому что теперь будет возможность доехать практически до каждого поселка. Я думаю, что помощь теперь в Курагинском районе будет еще более своевременной, еще более качественной, еще более комфортной. Поэтому еще раз хотел бы обратить внимание, что компания с большим уважением и благодарностью относится к тем медикам, которые работают сейчас в рамках программы, в рамках борьбы с коронавирусом. И это наша благодарность. Это пример социальной ответственности бизнеса. Добиваясь своих стратегических целей, «Интергео» стремится вносить вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия. Подаренный автомобиль полностью укомплектован медицинским оборудованием, стоимостью едва ли не превышающей его собственную. Это пульсометры, концентраторы кислорода, увлажнители воздуха, защитные комбинезоны, переносной электрокардиограф. Действительно, подарок имеет огромное, большое значение. Он актуален на сегодняшний день. Переоценить его очень сложно. Во-первых, это сам по себе автомобиль скорой медицинской помощи, полноприводный автомобиль. Класс укомплектованности Б, оснащен всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. В нем есть на сегодняшний день все, чтобы просто взять, завести ключ и поехать. По традиции, сложившиеся в районной больнице всю новую технику, призванную спасать здоровье и жизни курагинцев, освещают. Машина скорой помощи оборудована настолько хорошо, что может быть автономным медицинским центром на колесах. По мнению главного врача, это очень своевременная спонсорская помощь для районной больницы, когда появляются все новые случаи заболеваний, связанные с коронавирусной инфекцией. Три кислородных концентратора для преобразования кислорода. Это стационарные пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке, неинвазивной, без ИВЛа. Имеют функцию переноса, могут работать, применяться в различных отделениях. Также 12 кислородных увлажнителей для стационарных кислородных точек. Это масочная подача кислорода. Далее электрокардиограф на 12-канальный переносной с функцией телемедицины.
дефибриллятор и средства индивидуальной защиты. Очень своевременно, очень надо. В первую очередь оказание медицинской помощи будет направлено на пациентов с ковид-инфекцией. На сегодняшний день Курагинский район за все протяжение более 50 человек у нас инфицированных. Слава Богу, пациенты выздоравливают. Это в первую очередь будет применено для них в кратчайшие сроки. Я думаю, что завтра уже все это у нас пойдет в отделение, в приемный покой. И думаю, что по оформлению документов всех, которые связаны официально с ГИБДД, этот автомобиль вскоре уже повезет пациентов и поедет на оказание медицинской помощи. Еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам за оказанную помощь. Спасибо чисто человеческое не только от меня, но и от всего района, управляющая компания «Интергео». Спасибо вам огромное.